За летний период наш организм успел отвыкнуть от сюрпризов переменчивой северной погоды. Сезонные простуды как будто этого и ждали. С наступлением осени они начали проверять нас на прочность. Пока с осторожностью. Врачи предупреждают, еще месяц и наступит очередной пик заболеваемости. Но к нему можно подойти во всеоружии. Когда идешь в аптеку за проверенным лекарством, часто спрашиваешь себя, а хватит ли одной упаковки? С одной стороны, болезни редко нападают на всю семью сразу, и в аптеку можно будет еще вернуться. С другой стороны, чем раньше начнешь лечить, тем быстрее человек пойдет на поправку. Поэтому запас лекарств должен быть всегда под рукой. Если точно знаешь, что одной упаковки будет мало, то лучше всего лекарства покупать в бережной аптеке. С 3 октября по 30 ноября в нашей аптеке при покупке двух упаковок товара на вторую упаковку покупателю предоставляется 20% скидка. Акция действует на 200 наименований товаров. Товары, которые участвуют в акции, на витрине отмечены флажками. А наличие скидки на рецептурные товары вы можете уточнить у фармацевта. Знакомые сказали, что в бережной аптеке происходит эта акция, 20% скидка. В этот раз зашла и взяла себе эссенциали. Взяла одну упаковочку, а на вторую вот у меня получилось 300 рублей скидочка. Мы живем рядом в микрорайоне, в 9-м. Периодически приходим в эту аптеку, посещаем ее постоянно. И из этих посещений мы узнали, что здесь постоянно проводятся скидки. Вот. В данный момент покупаю 2 пачки супрадина, я сэкономила 50 рублей. Купить лекарства со скидкой и без всяких затруднений можно в бережной аптеке по адресам микрорайон 1, дом 26 и 12 микрорайон, 36 дом. Бережная аптека сумела доказать, что сделать лекарства доступными реально. Это отличная возможность сэкономить деньги для всех, кто бережет свое здоровье и заботится о здоровье своих близких. Бережная аптека думает о своих покупателях и всегда находит возможность дарить людям хорошее настроение. Евгений Петров, Ильшат Ракаев, новости Губкинского.